Привет, друзья! Я рассказываю вам о тех местах в Паттайе, которые не только можно, но и нужно посетить самостоятельно. Таким местам относится в первую очередь Тайгер Парк. Доехать сюда проще некуда. Смотрите, вот это проспект Сухамвит, а это Тайгер Парк. Вам даже не нужно добираться как-то пешком. Это все находится рядом. Вы садитесь на тук-тук, который едет на юг, и доезжаете до Тайгер Парка, вы даже увидите его сразу. Цена вопроса 20 бат с человека. И вы здесь. В ресепшене вы можете купить билет, в который входит общение с тигром и фото. Малыша можно погладить и покормить из бутылочки. Чем старше тигр, тем дороже стоимость билета. Можно купить просто обзорную прогулку внутри парка. А можно вообще ничего не покупать, сесть в кафе, взять кофейку с чем-нибудь вкусным и понаблюдать за тем, как резвятся тигры и тигрята.